Приветствую тебя на моем канале. Сегодня у меня на обзоре посудомоечная машина Beko. Я рассмотрю ее особенности и функции, а также расскажу о преимуществах и недостатках. Будет интересно, не переключайся. Поговорим о внешнем виде этой посудомоечной машины. Сначала размеры. Высота 81,8 см, ширина 44,8 см, глубина 55 см, вес 29,4 кг. Она идеально подходит для стандартных ниш, не занимает много места, а значит идеально впишется в любую кухню. Одна из фишек – технология LED Spot. Этот цветовой индикатор на полу – это не просто красиво, но и очень удобно. Ты всегда видишь, в каком режиме работает машина, и когда она заканчивает, индикатор гаснет. Проще и понятнее не бывает. Управление здесь кнопочное с LED-дисплеем, все предельно ясно и доступно, никаких сложностей. И помни, в описании под видео тебя ждет сюрприз – специальный промокод для выгодной покупки. Обязательно воспользуйся этой возможностью. Эта посудомоечная машина – настоящий концертмейстер на кухне. Она может вместить целых 10 комплектов посуды, при этом будучи чрезвычайно экономной в плане воды и электроэнергии. Представь, всего 10 литров воды на цикл – это же копейки. Меня особенно впечатлила ее многофункциональность. Не просто моет, а еще и сушит посуду так, что блестит. И да, не нужно беспокоиться о времени запуска. Функция отложенного старта позволяет планировать работу машины под твой график. Но это еще не все. Регулировка жесткости воды – это как раз то, что нужно для защиты от накипи, а благодаря баку из нержавеющей стали можно не волноваться о коррозии. И, конечно же, удобные индикаторы для соли и ополаскивателя. Машина сама скажет, когда ей нужно пополнение. Так что с этой помощницей твои руки будут в безопасности, а посуда в идеальной чистоте. Отзывы владельцев всегда важны, так что давай посмотрим, что они говорят. Минусы. Отсрочка только 3-6-9 часов. Без дисплея. Нет защиты от протечек на штанге. Нерегулируемая верхняя корзина. Плюсы. Эффективно моет. Тихая работа. Удобный световой индикатор. Вместительная. Компактная. Экономичный режим. Быстрая мойка за 58 минут. Функция половинной загрузки. Хороший выбор программ. Резюмируя, владельцы подчеркивают, что машина отлично справляется с основной задачей – моет чисто и тихо. Экономия места и энергии тоже не остались без внимания, но есть и моменты для улучшения, такие как отсутствие дисплея и неудобства в регулировке корзины. Вот и подошел к концу наш обзор. Не забывай заглянуть в описание под видео. Там ты найдешь полезные ссылки и промокод для выгодной покупки. Твои комментарии о модели очень важны, так что делись своими мыслями. И, конечно, подписывайся на канал и ставь лайк, если хочешь увидеть еще больше обзоров. Будем на связи, до скорых встреч!